Новокуйбышевская «Нова» в МТЛ-арене принимала «Югру» из Сургута. Для обеих команд матч имел принципиальное значение. Борьба внизу турнирной таблицы Суперлиги обострилась. При удачном стечении обстоятельств «Нова» может из аутсайдера превратиться в претендента на плей-офф. И чтобы это произошло, им нужна была только победа. Тем не менее, первую партию «Нова» чуть не проиграла. До сетбола первой добралась «Югра» 24-22. Однако волжане смогли вырвать победу 26-24. Герой последней атаки Андрей Титич. Все на самом деле просто за счет родных стен, за счет того, что парни стали верить в себя. В друг друга мы всегда верили, но всегда, знаете, как не верили, наверное, больше надеялись. А сейчас каждый поверил, что он сам может. Посмотрите, у нас нету откровенного, я так считаю, там, лидера какого-то. У нас все ребята, вот и Денис, и Диагональный сегодня изумительно, да, сыграли. Вторую партию «Нова» начала в роли лидера 6-3, но уже на экваторе гости сравняли счет 15-15 и спокойно довели сет до победы 25-21, не позволив новокуйбышевцам совершить очередной камбэк. Ключевой была первая партия, должны были завершать ее в нашу пользу. Ну, сами упустили победу в первой партии, дальше завязали равную игру. Повторился сценарий игры и в третьей партии. «Нова» ведет в счете, затем сдают позиции. Соперник, наоборот, выстроил железную игровую дисциплину. В итоге стремительный финиш и победа «Югры» 25-18. Не всегда получается выдержать концентрацию в 5 партий. Где-то есть перепады, где-то команда «Сургута» сыграла лучше в подаче в этих партиях. Совсем по-другому сложилась четвертая партия. Хотя начиналась как обычно, «Нова» вела в счете, но отдавать сет уже не собиралась. Поймав кураж, вырвала такую необходимую победу 25-18. Счет в партиях сравнялся 2-2. Потеря концентрации, скорее всего. Больше объяснений нет. Концентрацию потеряли, а пацаны «Нова» нет. И вот нас прихлопнули. В решающей партии «Нова» не сбавила оборотов. Более того, у Васильева и Титича полетела подача. Шансов у гостей практически не было. Победную точку в матче поставил Васильев 15-19. «Нова» выиграла дома второй раз подряд и теперь отстает от зоны плей-офф на 2 победы. Лидер волейбольной суперлиги – новосибирский «Локомотив». Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.